Вечер превратился в настоящий праздник смеха и веселья благодаря юмористическому спектаклю «Малатлак», который завоевал сердца зрителей и стал абсолютным аншлагом. В Государственном драматическом театре имени Костахи Тагурова прошел спектакль артистов «Северной Осетии». Открывая вечер, артисты подарили зрителям невероятно яркое и захватывающее шоу, наполненное весельем и неожиданными поворотами. Каждый номер становился настоящим произведением искусства, принося зрителям массу положительных эмоций и нескончаемый поток смеха. Актеры на сцене демонстрировали высочайшее мастерство и заставляли публику смеяться до упаду. Шутки, гримасы, забавные ситуации и комические персонажи – все это создавало неповторимую атмосферу. Очень рады тому, что мы наконец-то приехали в Цхинвал. Это была долгожданная встреча со зрителем, с цхинвальским зрителем, которого мы не первый раз знаем, любим. С утонченным особым вкусом к театральному искусству, к разным жанрам и так далее. Поэтому нам очень важно было представить нашу программу, которая в Северной Осетии пользуется большим успехом. Всегда полные залы ждут зрителей эту программу. И сегодня мы убедились в том, что наши шутки, наш юмор, наши мысли – они доходят до цхинвальского зрителя. Наши номера изобилуют разными характерами, где есть характеры, южанские характеры, говор, речевые особенности, все такое. Это у нас все было, мы это оставили. Но чуть-чуть, чтобы зрителю чуть ближе были какие-то моменты, мы там переходили на какие-то фразы, которые были бы наиболее близки зрителю цхинвальскому именно. Зал был наполнен аплодисментами и восторженными возгласами, а зрители, покидая театр, не переставали улыбаться и цитировали шутки. Вечер действительно стал ярким и незабываемым событием в культурной жизни. Что должна сказать? Мне это чистый позитив, очень приятно. А какая сцена вам больше всего понравилась? Я даже не знаю, от начала до конца. Вот главный этот герой вообще чудо. Молодец. Спектакль мне очень понравился. Было очень весело. В общем, с большим удовольствием мы его посмотрели. Ждем, конечно, еще раз, когда они к нам приедут. Больше всех мне понравилась, наверное, сцена с гаишником, потому что она была как-то более жизненная. Лена Газаева, Александр Кукоев, информационный выпуск сегодня.